10 лет в колонии строгого режима проведет наркокурьер из Казахстана. В ноябре прошлого года мужчину задержали на трассе в районе поселка Нововаршавка. В спортивной сумке, которую он попытался спешно зарыть в снег, сотрудники пограничного управления регионального ФСБ обнаружили более 4,5 килограммов марихуаны. При таких уликах отказываться содержимого уже не было смысла. Гособвинение в качестве наказания потребовало 13 лет строгого режима. Реальный приговор оказался чуть меньше.